Тока и телека ровно через неделю. Пока-пока. Всем привет! Это «Про новости» с тобой я, Кристи Крайм. Сегодня в выпуске. Филипп Киркоров стал рэпером. Баста спелся со Скриптонитом. А Прусикин и Таюрска мутят новый контент. Об этом и не только прямо сейчас. Изи. 35 лет в шоу-бизе. 35 лет в шоу-бизе. Изи. Филипп Киркоров зачитал рэпчик. Парни на районе. Раун кричит, раун рычит, раун воет, раун воет. Торчит раун, не вылечит раун, люто боль. Баста зафитился со Скриптонитом. Заценим новый клип. Ильич да Софья. Влюбленная парочка Прусикин и Таюрская выпустили дебютный сингл. Причем тут Слава Мерлоу. Босс-молокосос. У меня 6 детей, и мне нравится их смешное произношение. Я старался просто их передразнивать. Репортаж с премьеры и эксклюзивное интервью с актером Аликом Болдуином, который озвучивал этого делового малыша. Егор Шип хочет снять в своем новом клипе генерал-майора полиции Ирину Волк. А она не против? Глаза будто фонари, baby, ты вся горишь. Я вижу тебя насквозь, я знаю, хочешь на движ. Алим Пати. Человек стал лучшим в своем деле в мире. Это ж 1 на 7 миллиардов человек. Дима Билан и блогеры-миллионники чествуют наших олимпийцев. А также заглянем в телефон к Илье Лагутенко в нашей постоянной рубрике «Плейлист». Я сочинил. А музыку все сочинил. Тоже я. Слава Мерлоу стал круче Моргенштерна. Битмейкер и продюсер попал в топ самых талантливых молодых музыкантов по версии американского журнала GQ. Его назвали вундеркиндом из Сибири и пишут, что он создал новое звучание в рэпе. Слав, поздравляем и рассчитываем, что следующую Грэмми привезешь в Россию ты. Еще больше жарких новостей шоу-биза прямо сейчас. Егор Шип понял, что его любовные драмы со сверстницами всем порядком.